Здравствуйте. Итак, пушки замолкли на эту минуту. О погибших и раненых говорить не буду, потому что это несправедливое такое занятие, когда сам находишься за тысячи километров и доверяешь числам других, которые по разным причинам тоже могут не знать точное число погибших, раненых и без вести пропавших. Есть и такие, к сожалению. Например, 10-летний мальчик, насколько я знаю, скрывшийся в лесу, когда колонна с миротворцами перевозила гражданских лиц из деревень. Но известно точно, что есть больше сотни раненых гражданских лиц. Есть среди них и погибшие, в том числе дети. Такова алиевская антитеррористическая операция в Нагорном Карабахе, в Арцахе. Да и вообще, только дурак может сомневаться в злодеяниях азербайджанского диктатора, так как любой цивилизованный и необремененный пропагандой человек понимает, что не может одна семья править страной 30 лет. Тут хошь не хошь, голову снесет. К тому же 30 лет не предел, президентство продолжается, и наследник Гейдар II готов в будущем принять эстафету. И тут остается только гадать, кто будет отвечать за все эти гибели и чистки, отец или сын. На ком закончится эпоха азербайджанской диктатуры. Ведь известно, что армяне не прощают, и тому пример все отомщенные за геноцид армян турецкие паши, абсолютно все. Отомщенные за слезы армянских матерей после событий в Баку 1905 года, после событий в Шуше, Шамахе, Гяндже, Кубе в 1918 году, после событий в Сумгаите и Баку и за операцию «Кольцо» в Арцахе в 90-х годах. Если оглянуться, то заметите, за все эти события враг получил сполна. И неважно, что теперь. Белый флаг, капитуляция, победа чудная, подписание мирного договора, явление Христа народу. Все это будет поводом к тому, чтобы отложить все это на какой-то срок. Армянам же всего мира советую отвлечься от геноцида и работать в направлении Армении, делать ее сильной, могущественной державой, не жалея ни средств, ни сил, ни связей. А они у вас есть, исходя из моих поездок по общинам в разных странах мира, армянским общинам. Далее, Армении пересмотреть свою внутреннюю и внешнюю политику, начать с внутренней. Начать с наказания тех армян, что делят страну, вот как сейчас я вижу, на российских, карабахских, тбилисских, украинских и прочих. К сожалению, у нынешнего премьер-министра есть такие блогеры, журналисты и просто рядовые граждане. Также пересмотрите внешнюю политику, задаться вопросом, как и где получилось так, что довели себя до состояния изгоя, когда и Восток, и Запад ограничиваются только обеспокоенностью. Почему мир не осуждает жизнь армян, а просто беспокоит это их? И то беспокоит тогда, когда к ним обращаются армяне. Чем дети с фамилией Вакулян хуже детей с фамилией Вакуленко? Что с нами не так? С этих вопросов я хочу начать разговор с армянским общественным деятелем, политологом, руководителем общественной организации «Свободный гражданин» ОВСЭПом Хуршудяном. Здравствуйте, господин Хуршудян, но я могу повторить вопрос, он короткий. Так что с нами не так? Здравствуйте, Вадим, я прошу по имени, да, мне называть. И, кстати, я не политолог, просто аналитик. Спасибо за приглашение. Учитывая, что это наша первая встреча, я хочу поблагодарить также ваш канал за очень важную работу, которую он делает и по армяноведению, и по диаспоре, информированию армян о богатствах, прежде всего, конечно, духовных богатствах, которые есть у нас в диаспоре. Я сам был экспертом по вопросам экономики диаспоры в Армянском центре национальных и стратегических исследований, еще когда был молодым специалистом и писал заумные статьи про диаспору. У меня много монографий и статей научных. Я с вами как-то поделюсь, может, это будет вам интересно. С удовольствием. И я с удовольствием всегда слушаю ваши программы. Это очень познавательно и очень-очень важно.
Переходя к вашему вопросу, знаете, как и любой другой народ, у нас есть очень много хороших и плохих сторон. Очень много. Просто у нас крайности, конечно, зашкаливают. Очень хорошего и очень плохого очень много. И, конечно, нам присуще не делать выводы, не учиться. К сожалению, вот это я эту черту особенно заметил после войны 20-го года, когда, казалось бы, был момент истины, когда нужно было переосмысливать все, переосмысливать себя, переосмысливать союзников, переосмысливать свое отношение к соседям, к самим себе прежде всего. Углубиться в себя, вот задать тот вопрос, который вы сейчас задаете мне, задать всем народам сами себе. Но пошла перепалка, кто виноват, кто предатель, кто сдал территории, кто святой, кто этот, кто тот. И все, политический дискурс заполнился вот этим бредом, этим шумом. И те отдельные голоса людей, которые пытались вести дискурс именно в направлении самоосмысления, в саморефлексии, они заглохли. И, к сожалению, мы опять потеряли очередные годы для именно усиление нашей страны, для того, чтобы сделать ее могущественной, потому что могущество начинается в умах, тут. Если этого не будет, все остальное – это второстепенно. Да, оружие – это очень важно, техника – очень важно, технологии, экономики – это все очень важно. Но когда миллионы людей не представляют, в какую игру нас заводят, или уже завели, не представляют, как нужно из этого выходить, не представляют, насколько важно единство, о котором вы тоже говорили, о котором еще Чаренц говорил. Конечно, я не говорю о единстве, например, с бывшими коррупционерами, потому что иногда, когда мы говорим единство, к этому цепляются и говорят, а, правильно, мы тоже хотим единства, оставьте в покое вот этих всех коррупционеров, которые довели страну до этого состояния. Нет, я говорю о единстве разных частей разных слоев нашего общества, о единстве разных диаспор, разных территориальных единиц нашего народа. Да, и, конечно, и об арцахцах, и о джавахцах, и о сириахаэш, иракахаэш, знаете. Потому что у нас все друг друга не любят. Это известно уже. Да? У нас гюмрийцы не любят ереванцев, у нас арташатцы не любят араратцев, у нас сирийские армяне не любят иранских армян, турецкие армяне не любят американских армян. И так все друг друга не любят, но все, когда встречаются, начинают переспрашивать друг друга, откуда ты родом. И, значит, организовывать, как говорит наш известный великий писатель, армяно-американский писатель Уильям Сарян, там, где встречаются два армянина, они сразу начинают строить школу и... Ну, он говорил я о церкви и так далее, но вот это крайности, которые зашкаливают. Сейчас, да, нам нужно учиться. Мы далеко не самая просвещенная нация, как мы о себе думаем, к сожалению. Это раньше были у нас очень просвещенные люди, которые оставили нам очень богатую культуру. Сейчас мы все больше по бамперам, по айфонам, по джипам разным, по гаджетам. И чем дальше, тем глубже в ТикТок. И это очень настораживает, потому что с таким уровнем образования нам ничего не светит. Есть, конечно, очень светлые головы среди молодежи нашей, очень-очень. Опять крайность. Но когда мы берем средний образовательный ценз, мы видим, что у нас ситуация очень-очень плохая. И об этом не стыдно говорить, наоборот, об этом стыдно молчать, потому что когда мы молчим об этом, нет шанса, что мы это исправим. Я сейчас по разным программам занимаюсь неформальным образованием именно в регионах Армении, там, где ситуация хуже всего, потому что уровень учителей не ахти какой, и мотивация также не очень высокая, к сожалению. И это, опять же, влияет и... А все, у нас и в диаспоре, в принципе, такая же проблема стоит. Вот, например, после выхода моих сюжетов из Израиля,
и вот скоро из Японии выйдет, где я рассказываю о многих таких вещах, о которых доселе, в принципе, либо не принято было говорить, либо вообще не говорили. Например, азербайджанцы муссировали, пропагандировали, что армяне чуть ли не одни из виновников Холокоста, евреев, там помогали тому же Гитлеру, да, а некоторые евреи даже в это верили. А тут я поехал и узнал, что Яд Вашем есть целые списки армянских фамилий, которые спасали евреев, и о них никто никогда не говорил. Я сделал это. И после выхода этого сюжета, вместо того, чтобы наши молодые люди армянской национальности, которые живут в диаспоре, там, ну, поблагодарили или сказали, вот, да, знаешь, вот я об этом не знал, я обязательно распространю, вот эта информация очень интересная, или, например, это неинтересно, а вот то, что вы сделали до этого, вот это было интересного. Речь не об этом. Вы сейчас удивитесь, о чем они мне пишут. Они мне пишут, говорят, Вадим, вот эту бы футболочку я бы не надел. Это уже старомодная, ее надевали еще лет 10 назад. А вот эту вот волосы лучше немножко вправо. Я слушаю их, я просто обалдеваю. Это кто? Это армяне, которых я превозношу и показываю улицы в честь армян там в Сингапуре, в Лилонгве, я не знаю, в Вашингтоне. Думаю, это их дети, это потомки Айвазовского, это потомки Сароянна. Да какие они потомки? Чья это вообще смесь? Меня это так бывает коробит просто, да? А потом они сидят и говорят, эти нам не помогли, тем нам не помогли. Да вы самим себе помочь не можете. Вы со мной, вы мне пишете, тратите свое время, вы со мной обсуждаете не мой сюжет, вы со мной обсуждаете не историю армянскую, не ее культуру, вы со мной обсуждаете, как я одет. И это делает мужчина, самое интересное. Ладно бы, если бы мне женщина написала бы, я бы, может быть, еще к ней прислушался. Мне пишет мужчина, и мы с ним разговариваем о мужской красоте. Это вообще нормально? О красоте всегда можно говорить, но не на таком уровне, конечно. Потому что красивое, высокое всегда приводит к высокой культуре. Но, конечно, это очень-очень печально, то, что вы рассказываете. И это очень присуще временам. Это уже не только армянам, конечно. Да, это уже присуще временам. Мы просто живем раньше я думал, что армянам это точно не присуще. Когда азербайджанцы мне писали про бутылки, ну вот как Лапшину, да, там еще что-то. Ну, я думаю, ну это нормально, это ладно, там это нормально. Но я никогда не думал, что среди нашей молодежи могут быть подобные личности. Как раз вы вспомнили Лапшина, буквально минут 20 назад я с ним расстался, мы 2 часа поговорили о разном. Да, и очень важно также иногда слушать мнение со стороны о нашем народе. Это тоже не менее ценно бывает. В действительности, да, мы живем в эпоху постмодерна, и мы должны сопротивляться отрицательным моментам постмодерна и, наоборот, помогать развитию тех моментов, которые положительных моментов постмодерна. Вот буквально несколько дней назад я проводил встречу и так беседу, лекцию, как хотите, в одной из высших школ, вот это старших школ в Эчмиадзине. И ребята довольно были подготовлены, но оказалось, они просто встречались уже с десятками подобных аналитиков и так далее, и их мотивировали. Они начали читать, они знали философов. Когда я сказал о постмодерне, они знали, что это такое. Ну, некоторые из них, во всяком случае, знали. И это мне дало, знаете, такое воодушевление, потому что если у нас есть какая-то надежда, что вот Армения станет именно той страной, о которой мы все мечтаем, то эта надежда связана, конечно, с новым поколением прежде всего. Но и нам, конечно, руки сложа сидеть нельзя. И мы каждый по-своему работаем в этом направлении. И я уверен, что у нас есть, я согласен с вами, огромный потенциал стать действительно одной из самых развитых стран мира. И это показывает, что достаточно было нам вышвырнуть этих коррупционеров. И сразу пошел резкий скачок экономического роста. Ну а если бы еще не было и Карабахской войны, ну мы можем представить, и войны в Украине, да, мы можем себе представить, какой экономический рост? Ну, это, конечно, один из видов роста только. Но это надо
трансформировать также и в духовный рост, самый важный рост, ценностный рост, потому что именно такой рост может обеспечить вовлеченность нового поколения, полную вовлеченность в армянские дела, в духовные вопросы, отвлечь от этих суетных моментов, да, от вот этих слишком материального такого подхода ко всему в жизни. И если нам удастся этого добиться, да, у нас очень большое будущее. И, кстати, я бы тут сказал, что не отделяя нас от региона, я бы сказал, что мы также должны работать вместе с нашими друзьями из соседних стран. Но, во всяком случае, с передовой части наших соседей, в том числе и Азербайджана, которые тоже под топором. Это под топором оказался не только Арцах, под тем топором, против которого ваша передача, да, антитопор. Под топором оказались сотни тысяч азербайджанцев, которые, так же, как и арцахцы, не могут просто жить под этой диктатурой. И поэтому они или бегут из Азербайджана, или сидят в тюрьме сейчас, да? И я думаю, что с ними также надо сотрудничать, потому что это нонсенс иметь в 21 веке такого оголтелого диктатора. Абсолютно, вы знаете, он на последних местах по всем рэнкингам мировых общественных организаций правозащитных, и Human Rights Watch, и значит, Freedom House, Transparency International, по всем их спискам Азербайджан на последних местах, даже где-то даже хуже, чем в России. Да, мы еще сейчас об этом поговорим как раз. Вот я бы хотел бы, чтобы для начала вы дали небольшое такое пояснение, да, зрителю. Вот по поводу совместных учений, особенно это в России сейчас муссируется, по поводу совместных учений Армении и США. Что на самом деле это было? Вот заодно и про римский статут, может, скажете, чтобы люди понимали, против кого Армении нужен этот статут. Да. Прежде всего, я должен сказать, что это учения миротворческие войска, были тренинги по ведению и координации усилий и так далее. Это последний раз, это не первый раз, последний раз это было в 2012 году, опять же, в Армении, эти учения. Тогда почему-то это никакой бури такой не вызвало в России. Сейчас это очередные учения, но если вы спросите меня, я бы хотел, чтобы эти учения были военными. Именно США, потому что, а если не Россия нам больше не союзник, это же не наш выбор. Как раз Пашинян все время говорил, да, Россия наш союзник, мы надеемся на Россию. И, кстати, он был даже более пророссийским, по нашим понятиям, чем даже предыдущие власти, потому что, например, Серж Саргсян отказывался отправлять контингент армянских войск в Сирию под флагом российским, а Никол Пашинян согласился тогда и так далее. То есть он всем хотел показывать, что вот эта революция не имела геополитической какой-то астары, такой подоплеки геополитической не имела. Но это не помешало нашему союзнику все-таки довести до конца то дело, которое он начал еще в 2010 году, когда начал продавать Азербайджану на миллиарды долларов современного довольно вооружения. И я очень хорошо отношусь к Платошкину, он прекрасно высказался по этому моменту, что ну а что делать Армении, если мы фактически ее сдали? Если больше никто не захочет быть союзником России, если мы так обращаемся со своим союзником только потому, что он слабее, чем тот, у которого мы можем какие-то преференции взять, да, там нефть, газ или логистику через нее продавать газ в Европу и так далее. Ну, а что делать еще Армении? Значит, надо находить новых союзников. Что касается Римского статута, я должен сказать, что это очень важная инициатива, потому что особенно после Карабахской войны, вот в 2020 году, очень много было военных преступлений против армян. А тот же топор, да, тот же топор, когда рубили головы военнопленным, когда убивали мирных жителей, закатывая их в армянский флаг, дедушку со своим внуком расстреляли, да, и масса других случаев. И после этого у нас появился вопрос, а как же международное право, будет ли суд какой-нибудь над ними? Ну, мало ли, что эти преступники остались на территории Азербайджана. Мы же знали, мы же видели, как, например, того же Милошевича
наконец-то поймали и посадили за его военные преступления, то, что он руководил. Массу полевых командиров, кстати, не только сербских, но и албанских, косоваров тоже посадили за военные преступления. Поэтому у нас здесь стал вопрос, а почему мы не ратифицируем Римский статут, который мы подписали в 2001-2002 годах. После этого в 2003 или 2004 Конституционный суд сказал, что это не соответствует нашей Конституции, и дело заглохло. Ну, естественно, понятно, что тогда Россия надавила на Армению, чтобы не ратифицировать. Кстати, не так, чтобы все страны мира ее ратифицировали, те же США не ратифицировали. Но это не значит, что США как-то потворствуют военным преступлениям, да, наоборот. Ну, у них там вопрос с Гуантанамо, это понятно, там какие-то моменты есть. Но, во всяком случае, США очень так последовательно борются за применение именно вот этих санкций и всех этих наказаний в отношении тех, кто совершал военные преступления, именно согласно международному праву. И в этом отношении для Армении очень важно, чтобы мы ратифицировали, потому что мы знали тогда, даже уже в июне, когда начался разговор об этом, что надо уже начать ратификацию, что следующая война будет уже на территории Армении, что военные преступления уже будут на территории Армении. Тем более, если у нас будет римский статут, мы можем уже подавать в суд на конкретных людей, чтобы их преследовали по законам, по мировому, значит, законодательству правовому, именно по римскому статуту. И Гаагский трибунал именно этому и служит. И чтобы это хоть как-то превентировало, чтобы сдерживало тех, кто хотя бы тех, кто организует эти военные преступления, да, если не тех, кто спонтанно этим занимается, может, даже не зная о таких вещах, как международное право и римский статут. Но уж командиры и уж лично Алиев прекрасно знают, о чем речь. И никто из них не хотел бы оказаться на месте Милошевича, да. И вообще сейчас вы посмотрите риторику Алиева, он сегодня очень миролюбиво так, он признал территориальную целостность Армении наконец, так высказался уже, да, он сказал, что у нас никогда не было проблем с Арменией и так далее, потому что он понимает, какая волна сейчас на него катится с Запада, и он опасается стать изгоем, как Северная Корея и как многие другие страны, и поэтому он начал менять риторику, ну, хотя уже, конечно, всего, чего он хотел, он добился, как бы, он уже видно, что... Конечно, сейчас можно менять риторику, даже не глядя на Запад. Да, да. Ну, вот так. Так что римский статут очень важен нам, и то, что он, опять же, воспринимается в штыки в России, это не должно очень нас волновать, тем более, что в России никого не волнуют ни интересы Армении, ни интересы Арцаха, ни интересы армян, где бы то ни было. И очень знаменательно вот это пост в Твиттере прежнего президента Медведева о том, что вот Никол, ну, он не сказал Никол Пашинян, но он говорит, что один из наших союзников и так далее. Ну, ясно из этого поста, что вот российские миротворцы не вмешались во все это, потому что именно цель была наказать, не только наказать именно власти Армении, но и попытаться поменять власть, потому что в конце была угроза, что вот посмотрим, что бывает с такими людьми и так далее, и так далее. Но там я бы проанализировал один момент, который он сказал. Он, когда напомнил о войне 20-го года, он сказал, что странным образом после поражения он остался у власти. Это показывает, что в России не могут правильно рассчитывать. Нету хороших аналитиков. Потому что если бы были хорошие аналитики, они бы правильно рассчитали, например, что после революции 18-го года невозможно, чтобы к власти пришел, например, Карен Карапетян, которого хотели из Москвы поставить у власти. Кстати, почему и помогли во время революции, чтобы это Серж Саргсян как бы был бы вышиблен из своего кабинета, а надеялись, что приведут к власти Карена Карапетян. Опять же, просчитались. А как же? Целые институты там работают. То же самое сейчас. Да, вот вначале вы сказали, что вы не политолог, поэтому тут вот сейчас, если я наеду на политологов, извиняться перед вами не надо. Да, давайте, свободно. Все хорошо, да. На самом деле аналитиков хороших и политологов нет не только в России,
но и на Западе тоже. Я вот смотрю просто, о чем говорят они, что говорят здесь. Вот эти вот санкции против России, да, я изначально, честно говоря, относился к этому всему так сквозь пальцы, потому что я понимал, что они ничего не дадут. Вот они действительно ничего не дадут. А те, которые все равно такие прозападно были настроены в той же даже России и ездили в Европу, ну и что толку? Смотрите, что сейчас получается. Польша, страны Балтии и, по-моему, Финляндия, насколько я знаю, там они чуть ли не собираются отбирать уже автомобили российских граждан, даже зубную пасту, то есть личное имущество. То есть даже те, кто были настроены прозападно в России, сейчас уже начинают себя самих переориентировать против того же Запада. Потому что думают, ну значит, прав Кремль. Значит, действительно, там вот не антипутевщина, а вот именно русофобия. Ну, раз уж они докапываются до среднестатистического россиянина, ну, отбирают у них вплоть до трусов буквально все личные вещи. Я не знаю, начали уже или скоро будут это делать, но это же только минус той же Европе, правильно? Ну, я бы здесь немножко с вами поспорил, потому что вот эта русофобия, она началась только после вот войны в Украине, потому что до этого там реально прекрасно относились к россиянам. И как к туристам, я помню, в Германии сейчас на каждом относятся. И сейчас хорошо относятся. Я имею в виду вот эти вот все на законодательном уровне, вот эти вот брюлики, которые они исписывают против тех же россиян. Вот я, например, как россиянин, мне, естественно, это будет бить по моему достоинству, как гражданину прежде всего, если я приеду в ту же Польшу, и меня отберут мой гаджет. С какой стати у меня должны отбирать мои личные вещи? Тем более, что у меня Samsung, это Южная Корея. Ну, смотрите, конечно, вот эти санкции, вы говорите, что они не влияют никак. Ну, может, не настолько влияют, насколько они были предусмотрены, насколько рассчитывали. Я тут с вами согласен, что там тоже расчет был не очень правильный. Но то, что они влияют на экономику России, я постоянно слушаю и Гуриева, и Зубаревич. Я думаю, что это серьезные аналитики, и в своем деле эксперты, и они-то все-таки говорят, что да, конечно, санкции влияют. Не так, как планировалось, не настолько быстро и масштабно, но если так будет продолжаться, то это очень будет серьезная угроза экономике России. И не случайно мы видим попытки и усилия российских властей как-то обойти эти санкции или выйти из некоторых этих санкций, даже пойти на какие-то уступки. И здесь у них надежда на Эрдогана, который постоянно носит отсюда туда, оттуда сюда, чтобы хоть какие-то сделки, зерновые, не знаю, хабы какие-то. Да, и сейчас вот эти, как называется, паратанют. Ну, в общем, разные виды товаров, чтобы могли вот это экспортировать, импортировать. Ну, понятно, что это бьет все-таки по экономике. Но все-таки, конечно, когда мы переходим опять в наш регион, тут у нас тоже есть большое желание, чтобы Запад начал... Любимый диктатор имеется. Вот, чтобы Запад... Пожалуйста, и нефть покупают, и все горючее, все, что нужно. Мы за вас, мы только будем армян там обеспокоенность свою, но дайте только ваше горючее. То есть где-то диктаторы как бы важны, нужны, а где-то они неуместны. Вот так, я думаю, думает Европа. Вот это та тема, по которой мы постоянно с ними именно давим на наших партнеров, требуя, чтобы они все-таки относились так же и к диктатору с нами рядом, как они относятся ко всем другим практически диктаторам, потому что вот эта формула, ну да, он сукин сын, но он наш сукин сын, это уже давно уже дискредитировало себя, и видно, кстати, же, конечно, что... западная формула, наш сукин сын. Да, да, американская. Да. Но я думаю, что сейчас все-таки этот каток нарастает, и то, что о санкциях уже заговорили, то, что год назад мы с европейскими чиновниками слово «санкции» от них даже не могли выбить, даже просто слово, чтобы они сказали в отношении Азербайджана, что возможны какие-то, они говорили, это не обсуждается. Сейчас нет. Сейчас, вы знаете, Европейская комиссия уже по делу Губада
и Бадуглу она приняла, да, санкции начала, но это только, я думаю, только цветочки, потому что очень жесткое заявление по Европарламенту уже пошло в отношении Азербайджана. Уже страны и европейские, и США, я думаю, присоединятся. И я надеюсь, что завтра в Совете Безопасности он будет уже не просто беседа, да, а уже будут какие-то реальные заявления и шаги. И то, что канцлер Шольц объявил, что Шольц или министр иностранных дел, я могу сейчас ошибиться. Завтра 21 числа вы имеете в виду, 21 сентября. Не-не-не, он объявил, что Алиев нарушил данные с собой, свои обещания, что не будет нападать, не будет военных действий в отношении Арцаха. То есть обвинение в нарушении договоренности, ну, это довольно серьезно на таком высоком уровне, это уже как желтая карточка, да? Ну, будем надеяться, что, сказав А, наши европейские коллеги скажут Б, но мы должны понимать, что это нам не союзники. У нас официально один только союзник сейчас. Ну, не один еще группа, значит, мне из кажется, ЛДКБ. Мне кажется, плевать. Он сейчас сидит у себя в резиденции в Загульбе и с женой, с друзьями кушает шашлыки. О ком вы говорите? О Балиеве. А, я говорю, ну, ему, мне кажется, наплевать. Ну, я бы так не сказал. Смотрите, когда он соглашался на встречу с представителями власти Арцаха, сначала в Софии, а в Братиславе как раз он отказался, но в Софии согласился, и тогда карабахцы отказались. Я думаю, что это было синхронизировано и согласовано также с Москвой, что сегодня отказываются карабахцы, завтра отказывается Алиев, хотя отказывается Алиеву дороже, да, отказывать Западу дороже, чем дать возможность, чтобы карабахцы отказались. Ну, поэтому-то и был сменен Араик и на более сговорчивых товарищей, которые и подписали вот то, что они вот вчера подписали, сдачу тяжелой военной техники, встречи уже не при международном посредничестве на территории нейтральных стран, третьих стран, а уже в Евлахе, на уже интеграцию и так далее, да, план Лаврова 3. А известно, интеграции. Кто будет встречаться с ними, с армянской стороны? Неизвестно, но я уверен, что это будет какой-то третьестепенный чиновник или его, и того хуже, его заместитель или помощник, да, чтобы просто посмеяться над арцахцами, Алиев обязательно что-то такое выкинет. Ну, а что останется делать президенту Арцаха, да, он пойдет и встретится с ними, или, может, его представитель после всего, что произошло, когда были возможны на других условиях переговоры при западном посредничестве, к сожалению, момент упущен, и сейчас уже пошел в ход вот план Лаврова, национальное меньшинство наравне талышей, лезгин и так далее в рамках Азербайджана, что означает, что там армян не останется, естественно, потому что армяне не смогут жить под диктатурой. Они жили в свободной стране практически. Ну, не настолько свободной, как Армения, но все-таки свободной, где была демократия, где свобода слова уважалась, где выборы были, где пресса была, где интернет свободный был. И вдруг сейчас приедут чиновники из Баку, скажут, что надо кушать, что нельзя кушать, объявят меню, что можно ввозить, какие продукты, какие продукты нельзя, что можно говорить, что нельзя. Приедет азербайджанский суд, который будет судить армян. И если, например, какой-нибудь армянин поссорится с каким-нибудь азербайджанцем, ясно же, что засудит армянин, даже если он был прав. Ну и это все, ничего хорошего не светит армянам. И, естественно, уже сейчас многие желают, хотят переместиться, кстати, им кто-то не разрешает. И это обвиняют еще и Армению, что Армения, мол, отказалась принимать беженцев из Арцаха, что является ложью. У нас официальные лица сказали, что даже есть программа, что когда будут эти беженцы, когда будут или вынуждены переселенцы, как хотите, их, чтобы их обустраивали и так далее, и так далее. Но кому-то нужно, чтобы опять
растравить вот Аястанцир, Арабахцы, чтобы вот, да, посмотрите, вот они вас предали. Да, они вас предали, они вас кинули, так что у вас нет другого выхода, нежели интегрироваться на условиях Алиева. Да. Вот так. Вот тем не менее, посмотрите, вот Алиев оказывает армии Украины помощь, да, в поставках горючего. Встречается с Зеленским там в Кишиневе. Реакция в Москве не было вообще никакой, в чем я вообще удивился. И тут жена премьер-министра Армении отправилась в Киев и подарила детям гаджеты всего лишь. Только ленивые, наверное, российские СМИ не сказали об этом, а горячие головы утверждают, вот вам, типа, отместка за гаджеты. Ну, я имею в виду вот то, что произошло недавно в Арцахе. Что это? В этом виноват никто иной, как сам армянский народ. Это мы в этом виноваты. Потому что мы приучили, что мы сидим в кармане у большого брата. И что мы все готовы ради этого сделать, лишь бы остаться в этом кармане. Что за наш счет можно продавать наши интересы, убивать наших людей. Мы все это простим. Лишь бы на нас смотрели хорошим взглядом из Кремля. Вот эти пропагандисты армянского происхождения, которые сидят в Кремле и постоянно поливают сейчас грязью Армению за то, что, оказывается, Армения может и хочет быть свободной, вот это привело к такому шлейфу. А что делал Азербайджан за последние 20-30 лет? Он выстраивал отношения с западными странами, мало-помалу обустраивал свою страну, армию. Хотя там тоже был коррумпированный режим, но там побольше денег из-за нефти и так далее. Так что смог обустроить армию, развить довольно-таки. У него есть патрон в лице Турции. У Армении нету патрона. Многие армяне надеялись, что этот патрон Россия. И оказалось, что это не патрон, а просто страна, которая просто может пожертвовать с тобой ради более таких важных для нее интересов. Для того, чтобы не портить отношения с Турцией. Вот, кстати, последняя встреча Путина и Эрдогана, многие говорят, что именно после этого вот произошло то, что произошло, и связывают это с тем, что, по всей вероятности, Путин просто сдал Арсах Эрдогану и Алиеву, значит. Ну, как это называется, когда у тебя твой друг слабее, чем твои враги, и ты продаешь своего друга своим врагам. И говоришь, чтобы не портить отношения со своими врагами. И оказывается, что и враги, особенно-то и не враги, что, в принципе, очень даже уживаются Турция с Россией, Азербайджан с Россией. И вот на улицах Баку сейчас российские флаги вместе с турецкими в честь победы, так в кавычках, над армянским населением Арцаха, в честь того, что десятки мирных жителей и детей было убито. Вот они сейчас едут на машинах и, значит, качают этими российскими, турецкими флагами. Наверное, так... А правда, что там были российские миротворцы тоже среди погибших? Я не могу это подтвердить. Да, какие-то такие информации были. Даже показывали какой-то пост миротворцев, куда попал снаряд. Но я думаю, один снаряд, значит, случайно мог попасть и в пост миротворцев. Ну, было ясно, что и видно, что... Все делала азербайджанская армия, чтобы никаких потерь у миротворцев не было, потому что все-таки это было согласовано. И то, что Мария Захарова объявляет произошедшее антитеррористической, значит, операцией, ну, значит, они кого поддерживали в Арцах и кого они защищали, для кого мир они там, значит, держали, да, миротворцы творили мир, для кого? Для террористов, оказывается. Раз они сейчас говорят, что вот когда Азербайджан убивает мирных жителей, детей, женщин, то это антитеррористическая операция. Ну вот, сдавать так сдавать с помпой. Да. Союзников. Авсеп, вот армянский вопрос, он возник еще в далеком 88-м году, да, когда многие современные страны были далеки вообще от независимости. Арцах уже единогласно объявил себя независимым от Азербайджанской ССР, во всяком случае. Вот скажу больше. Некоторые страны Евросоюза тоже еще были в составе СССР, когда возник этот арцахский вопрос. И у этого вопроса были и победы свои, и поражения, вот как сейчас, и причем в одиночку. Так почему мир вот настолько заинтересовался Косовом, Южным Суданом, где до сих пор уж...
кто я уж точно знаю, до сих пор бегают полуголые племена и пьют коровью мочу. А вот с Арцахом только беспокоится все тот же мир и все. Вот чем Южный Судан, скажем так, лучше того же Арцаха? И это уже вопрос к западному миру. Потому что Запад признал... Не то чтобы Запад не интересуется Арцахом, совсем наоборот. Я бы сказал, что внимание последний год-два в отношении Арцаха и Армении в среднем выше, чем к другим конфликтным зонам. Ни по какой другой проблеме столько в заседании Совета Безопасности ООН, встреч на высшем уровне, встреч министров иностранных дел ЕС, встреч... в Совете ЕС и так далее, именно по этому вопросу, мало по какому другому вопросу, разве что по вопросу Украины было, да? Ну, естественно, там в разы больше, но все-таки. Но просто вопрос в том, что вот решительность пойти дальше, чем разговоры, увещевания, призывы или, не знаю, осуждений и так далее. Ну, дальше этого не шло. Ну, вы сказали одну из причин, но я бы назвал и другую причину. Другая причина в том, что, например, вы сказали о Косове. Косово было союзником Запада, а Сербия союзником России. Этим все сказано. Здесь все наоборот. Арцах всегда позиционировал себя как форпостом России. Даже поздравлял разные пророссийские образования в Грузии, там... в Молдове, в Украине, да, и кичился этим, что вот, посмотрите, какие мы пророссийские. А разве кто-то это ценил в Кремле? Вот то, что арцахцы, наши соплеменники, этого не поняли, что таким образом не выстраивают отношения, что надо быть более самостоятельным, а не просто отдаваться побольше, чтобы тебя больше ценили. И то же самое в Армении. Только последний год-два Армения начала как-то более взвешенную политику. Никол Пашинян начал уже после того, как в сентябре прошлого года, уже когда Азербайджан на саму территорию Армении напал и оттяпал некоторые территории пограничные. И когда Россия не то что промолчала, союзник по УДКБ, а сказал, что я не знаю, где там армянские границы, так что не могу им вмешаться. То есть у ДКБ, оказывается, нету конкретных границ. То есть там, где захотят, есть конкретные, а там, где невыгодно, нету конкретных границ. Ну, так не поступают с союзниками. И тогда в Армении решили уже... Именно тогда, кстати, особенно сильно процесс пошел по римскому статуту, потому что вы знаете, что в сентябре тоже были военные преступления против наших военных, против военнопленных. И Армения, руководство Армении сказало, ну извините, если вы не только не поддержали нас, но даже не осудили вот эти зверства по отношению к нашим солдатам, которые являются также и солдатами ОДКБ, то на что надеяться нам после этого, если не на мировые какие-то процедуры и структуры по возмездию и, значит, правосудию? К сожалению, в российских СМИ об этом не говорят. Ну, конечно, но там же нет свободных СМИ. Да, я ж поэтому и задаю такие вопросы, чтобы понимали вообще и наши русские тоже, друзья, что происходит. Потому что вот из всего того, что мы слышим только Арцах, это, ну, Карабах, как они говорят, это все-таки Азербайджан. Сама Армения признала это за Азербайджаном, как мы можем вмешаться. А про то, что вот все-таки вероломное было нападение на страну-члену ОДКБ, на суверенную Армению, про это принято молчать. И также даже российские журналисты запутались. Сначала они укоры делали в адрес Пашиняна, то, что тот сказал, Арцах – это Армения и точка. Помните, да? Типа этим он все испортил. А теперь, когда он сказал, что он признал якобы Арцах, хотя документально, насколько я знаю, этого не было сделано, он признал Арцах в составе Азербайджана, вот снова он все испортил. Ну, во-первых, формулировку. Он сказал, что мы готовы признать Арцах. Да, он в цифрах. Мы готовы признать, если Азербайджан гарантирует права и безопасность армян Нагорного Карабаха. Это раз. Во-вторых, вот насчет сентябрьских событий и ОДКБ, да? Посмотрите, есть такая тенденция все сваливать, вот все, что Россия вот сдает Армению, это фактически факт, это уже свершившийся факт, да?
И все это сваливать с больной на головы на здоровую. То есть не признавать, что, ну, можно было честно сказать, ну, у нас есть проблемы с Турцией, мы должны решать какие-то зерновые сделки. У нас миллиардные обороты, до 80 миллиардов дошло уже с Турцией. Это несравнимо с оборотами России, с Арменией и ценностью Армении, и тем более уж Арцаха. Так что, ну, вот, извините, нам приходится сдавать. Нет, надо обязательно сказать, вот вы сами виноваты. Вы сами виноваты, что пригласили европейских, значит, наблюдателей на свои границы, и теперь Азербайджан не может нападать на ваши границы и тяпать территории. Что факт. После того, как европейские наблюдатели встали, там были какие-то инциденты небольшие, да, были даже жертвы. Но вот чтобы так массово они вторжение и захват территории, этого уже не было. А что хотят в Кремле? Чтобы мы обратно отправили вот этих наблюдателей, чтобы дорогу открыть азербайджанским войскам? Ясно же, что после войны у нас дисбаланс сил. Потому что Азербайджан тут же закупил массу вооружений и из Израиля, и из Турции, и из Пакистана. А мы то, что из России должны были купить, так и не по этой поставке не были осуществлены. Хотя на сотни миллионов долларов предварительно предоплата уже была совершена, о чем уже открыто говорят все официальные лица в Армении, что это невиданно. То есть заплатили наперед, 2-3 года ждем, ничего не дали, а теперь, когда мы хотим вооружение купить из других мест, пальцем, значит, машут из Кремля, говорят, вы не смеете из других мест покупать, вы же наш союзник. Ну что это такое? Тот же вопрос с газом. Не разрешают нам покупать газ дешевый из Ирана, втюривают нам дорогой газ, якобы на границе этот газ стоит меньше 200 евро, но как только он переходит из российского кармана в карман «Газпрома», дочки «Газпрома» в Армении, он сразу вдвое дороже становится, и только после этого идет армянским потребителям. Да? И везде так, понимаете, и ЖДК, вот эти РЖД, которые железная дорога, концессия, они там высосали все оттуда. И никаких инвестиций не сделали. После прихода Пашиняна там сделали расследование на 120 миллионов, значит, хищений обнаружили. И знаете, что после этого произошло? Лавров начал махать пальчиком на Армению, что как вы смеете чуть ли не трогать наших олигархов. И прикрыли дело. Ну, да, Пашинян решил не портить отношения с Кремлем и прикрыл дело. Ну, своровали, так своровали. А для чего еще Армения, если не для того, чтобы российские олигархи тут воровали деньги и обогащались так же, как это делается в России и других местах? Ну, Сэм, скажите, какова роль Ирана вот во всей этой вот заварухе, которая есть? Иран довольно конструктивную, сдерживающую роль имеет, потому что несколько раз была информация, кстати, и во время встречи на самых верхах, когда Путин, Эрдоган и Раиси встречались, Эрдоган и Путин пытались уломать Раиси на согласие Зангезурского коридора, то есть чтобы Азербайджан силой захватил Зангезурский коридор, и Раиси не вмешивался. Раиси им сказал, нет, это для нас красная черта, связь с Арменией и с внешним миром на севере, потому что если они это потеряют, они полностью потеряют реальный выход на внешний мир с северной стороны, потому что там Азербайджан, Турция не дружественные страны для Ирана, не абсолютно недоверительные, и они не могут доверить свои грузы через эти страны. Они все-таки надеются на север-юг дорогу, которая должна пройти через Мегри, Сюник и так далее и дальше. Так что Иран довольно сдерживающую роль сыграл. Вместе с Западом, кстати, очень интересно, что тут их интересы совпадают. Потому что, если вы посмотрите репорт Европейской комиссии по внешней политике 2022 года, который был окончательно утвержден в январе 2023 года, там отдельным крупным блоком идет наращение торговли с Индией. И тут, конечно, им очень важна дорога, именно неполитизированная, так скажем, дорога. Потому что, если это будет через Турцию уж очень много всего проходит до Европы, и этим пользуется Турция, так же, как и Россия давила на Европу газовым шантажем, так же и Турция давит массой чем. Поэтому европейцы тоже заинтересованы, чтобы эта дорога проходила через страны, давить путем этого на Европу, а лишь желающие получить какие-то выгоды из этих транзитных грузов, потоков транзитных грузов, то есть Армению и Грузию.
Так что вот Иран очень хорошую роль в этом смысле сыграл, сдерживающую. И я надеюсь, что он не удастся никому ломать Иран на согласие вот этой Зангезурской, так называемого Зангезурского коридора. Потому что я хочу сказать, что в принципе армянские власти дали согласие Азербайджану на поток грузов через свою территорию. Просто под юрисдикцией Армении, по законам Армении, то есть платить таможенные сборы и все, и все законные грузы могут проходить. Но нет, они хотят обязательно бесконтрольно, то есть чтобы и военные грузы завтра могли проходить, и турецкая техника военная могла проходить. А то бы, если не было бы этого желания... Да, да, потому что через Грузию это не очень небезопасно. Сегодня-завтра там может оказаться натовская база, усиление американского влияния, потому что грузинское общество очень глубоко прозападное, и это понятно почему. И послезавтра, может, американцы просто не разрешают каких-то грузов проводить из Турции в Азербайджан через Грузию. Вот поэтому так и они норовят все время вот оттяпать этот коридор. Но еще сопротивляются власти Армении, и пока да, что успешно, но посмотрим. Общество настолько прозападное грузинское, что во время блокады в Арцахе Шуши песни распевали и угощались с Алиевым. Да, но это ладно, это другая тема. У меня вот такой еще вопрос. Вот в настоящее время сейчас в Ереване митинги проходят. Причем, насколько я знаю, эти митинги расколоты. Кто-то на Баграмяна 26, да, митингует, кто-то у российского посольства. Кто эти? Не Баграмяна, а на площади перед зданием правительства. То есть это разные люди и разные требования, получается? Да, да. Значит, перед посольством России это те, кто негодуют позиции России, том, что промолчали или согласовали с Россией вот эти операции антиармянские в Арцахе. А вот на площади республики собрались те, кто должны были стать вот бенефициарами вот всего, что произошло в Арцахе. То есть под этим нажимом, под этим давлением, в том числе психологическим, да, шоком, использовать этот шок в армянском обществе, а сейчас армянское общество в Армении переживает реальный шок. Кто бы что ни говорил, что армяне безразличны, вот армяне безразличны горе арцахцев и так далее, вот этот бред постоянно муссируется. В действительности есть очень глубокий шок, депрессия у нас сейчас в Армении, это тоже опасно, надо из этого тоже выходить в связи с, вот, с событиями в Арцахе. Это надо было еще 3 года назад выйти. Пытались, и мы, и эксперты, и блогеры пытались выводить население из этого. Да, но сейчас вот хотели использовать этот шок, чтобы провернуть переворот в Армении, потому что после выборов в мэрию оказалось, что вот это коррупционное меньшинство, да, бывших властей, которые пытались реваншем захватить власть, они получили всего лишь 15% голосов. Всего ничего, причем из тех, кто пришел на выборы, а на выборы пришло меньше 30%. То есть, если считать от всего общего, то там и 5% не набирается тех, кто поддержал бывших. Причем эти бывшие пришли уже не своим лицом, чтобы не отторгать население, да, потому что это у нас говорили, например, о Рубене Вартаняне, Кочарян с человеческим лицом. То есть, как бы, чтобы пришел, чтобы то же самое делать, просто с другим лицом. Вот то же самое вот это общество, называемое как это, Майр Хаястан, которую мы называем Мать России, переводим ее. Вот они пытались захватить власть, но оказалось, что население их не поддерживает, и на площадь тоже мало кто вышел. И они опять просчитались, опять думали, что вот надавив на Арцах можно поменять тут власть, завтра снова кто-то в Москве напишет, что а как это получилось, что даже после второго поражения опять устоял у власти. А потому что устоял у власти, потому что народ, даже если большинство сейчас не хочет Пашиняна, а факт в том, что в Ереване Пашинян тоже проиграл, он тоже получил немного голосов. Но факт и в том, что не хотят менять его на бывших, а новых сил как бы еще не сконсолидированных, которые бы предложили альтернативу, еще нету. В этом вся проблема. Потому что, насколько бы мне не нравился Пашинян, иногда я тоже задумываюсь, хорошо, а кто? Да, да. Кем заменить? В этом вся проблема.
Хорошо, спасибо большое, офсет. Спасибо вам. За сегодняшнюю встречу. Было очень интересно, и спасибо, что приняли приглашение. Действительно, мы раньше не были знакомы. Вот. Мне посоветовали пригласить вас в эфир, и я доволен эфиром. Спасибо. Спасибо вам. Я постоянный подписан ваших календарей и постоянный юзер ваших видео. Так что мы знакомы, но так удаленно. Заочно, да. Хорошо, спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания.